ваши впечатления от участия? Довольны ли вы результатом? Вот так, на таком расстоянии? Можете не брать, да. Нет, я сама подержу. Я люблю микрофоны, да. Хотите его пощупать? Конечно, я такой человек. Добрый вечер, дорогие друзья. Давайте быть ближе. Давайте быть счастливее. Мы очень рады, что наша скромная попытка сделать страну чуть светлее, чуть счастливее, нашла отклик в сердцах представителей отрасли. Мы очень рады, что мы смогли впечатлить не только казахстанцев, но и всех наших пафосных, классных, офигенных ребят из нашего медиасообщества. Ну вот, это было сложно, это было интересно. Вы знаете, очень важно в жизни делать то, что вы раньше не делали. Раньше мы не подавали на казахстанские фестивали, вот, а теперь мы это сделали, и, ну, и мы рады. Дмитрий уже один раз победил, и он сейчас рассказывает, что они не подавали. Ну, это было случайно тот раз. Ну, на самом деле, действительно, мы очень рады. Мы хотим, чтобы все были счастливы. И, на самом деле, довольно редко можно найти таких прям патриотов. Мы с Дмитрием, на самом деле, очень сильно стараемся, если делать проекты, то чтобы они хоть как-то влияли, в принципе, и на общественность, и на Казахстан, и на все-все-все. И мы очень рады, что это получилось. Вот. Спасибо.